В Экибастузском родильном доме оказывается полный спектр современной медицинской помощи благодаря новому оборудованию, закупленному в текущем году. Роддом оснащен комплексом технического оборудования для обеспечения заданных параметров воздушной среды современным оборудованием для функциональной диагностики. Мы закупили более 60 единиц медицинской техники на сумму более 600 миллионов. Это было и в рамках республиканского бюджета, и в рамках местного бюджета. Значит, оснащение роддома до вот этого года у нас составляло около 60%. К сожалению, много оборудования не хватало, некоторое было уже изношено. В этом году мы максимально постарались приобрести оборудование именно как для акушерского гинекологического профиля, так и для деток. Нами были закуплены операционные столы, бестеневые лампы, гинекологические кресла, для детей были куплены кювезы, лампы для светолечения, мониторы слежения, транспортный кювез, был приобретен аппарат УЗИ экспертного класса. В текущем году также в родильном доме проведен капитальный ремонт кровли и фасада здания. Значит, ремонт проводил ТО КАЗ «Еврострой» на сумму 155,5 миллионов. Крыша полностью капитально отремонтирована. До этого у нас, к сожалению, были проблемы с протечками и так далее, что влекло за собой естественное ухудшение внутренней флоры самого роддома. Вот. На данный момент работы завершены и приняты. Здесь для женщин оказывается весь спектр услуг по планированию семьи и родовспоможению, акушерско-гинекологическая, неонатологическая и реанимационно-анестезиологическая помощь, УЗИ и рентген-диагностика. Данный аппарат обладает высоким качеством, большим диапазоном для обследования, многогранность. Мы пользуемся всеми видами обследования, как гинекологическое, акушерское, так же и абдоминальное. Есть еще обследование для сердца, что у детей, так же и у взрослых. По сравнению с предыдущим аппаратом, конечно, эта перспектива очень хорошая. Для восстановления жизненных функций, для адаптации новорожденных и ухода за ними большую помощь оказывают современные неонатальные столы. Когда рождается ребенок, особенно недоношенные дети, это один из таких прям хороших поспорий нам. Почему? Потому что здесь все оснащено. Сразу здесь идет и кислород, и освещение идет, и любые манипуляции можно производить все на этом столике. Уже все подключено. И вот это все подогревается. Эти матрасики оснащены такими специальными обогревателями. Все, видите, все прошито, все аккуратненько. Такие вот у нас столики. Новые лампы, это тоже одно из последних оснащений, отсосы новые. По словам врачей, все предпринятые мероприятия по улучшению пребывания рожениц и новорожденных в родильном доме будут продолжены и в следующем году. Мы готовим заявки на доукомплектацию медицинского оборудования в управление здравоохранения. Это технические характеристики, запрашиваем ценовые предложения. И на следующий год мы планируем капитальный ремонт гинекологического корпуса родильного дома, потому что несколько лет назад в родильном корпусе мы проводили капитальный ремонт, а гинекологический, к сожалению, с момента практически постройки родильного дома капитально не ремонтировался. Нам на уровне области одобрили эту заявку, и мы планируем все мероприятия по улучшению как внутреннего состояния родильного дома, оборудования и внешней территории, продолжить все эти мероприятия.